А в отпуске? Простите, а давно? Ясно, спасибо. Я так понимаю, встреча с рыжеволосой бестией отменяется? Не отменяется, а переносится. В пиар-отделе сказали, что Ирина Липкина 4 дня как в отпуске. Так это же полный провал. Наша версия рушится, а все так складненько получалось. Да подожди, не гони на лошадей. Во-первых, нужно выяснить, когда и куда уехала Ирина. А во-вторых? А во-вторых, Люба говорила, что Ирину Михаила застукал в кафе не то муж, не то любовник. Ревность как мотив для убийства еще никто не отменял. О, вам сообщение. Сынок, весточку притаранил. Прочитаем? Нехорошо читать чужие письма. Пусти дядю. Оп. Так, а вот информация по мужу Ирины Липкиной. Ага. Леонид Липкин, директор по маркетингу концерна «Омега». Опять этот концерн. Ну, молодец, Ромка, вовремя сработал. У меня, кстати, есть одна идея. Шеф, а вдруг муж приревновал свою жену и отправил ее на курорт? А сам поехал к обидчику и сбросил его в окошко. С такими средствами ему не нужно лично разбираться с Михаилом. Он мог нанять кого угодно, да хоть этого байкера. Тогда швах! Это 100-процентный висяк. Такие убийства годами расследуются. У меня, кстати, есть идея. Давайте я сяду Липкину на хвост и прослежу за ним. Ну что ты надеешься найти? Пока жена на курорте, по-любому он сам пойдет в отрыв. А я прослежу, куда ездит, с кем общается. А? Только в роль не войди. А то ревнивый муж выбросит тебя в окошко. Держи, малышка. А где Катя? Скоро придет. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Очень хорошо. Даже не помню, как уснула вчера. Ну, это понятно. Последние 3 дня для тебя был сплошной стресс. Ты, наверное, толком не спала. Ну что, будем знакомиться? Меня зовут Катя. А меня зовут Аленка. А мы решили тебя не будить и сами приготовили завтрак. Надеюсь, ты не против. Ты очень мила. Особенно с Аленкиной стороны. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Шеф, я был прав. Липкин к любовнице намылился. Говорит, не могу, подогреть за него. Уважаемая группа, давайте поприветствуем нашу новую участницу, Катю. Начнем занятие. И первое задание. Давайте попробуем изобразить тревогу. Попробуем. Убедили. Чувство тревоги довольно-таки яркое. Что касается счастья, с которым мы встретились на прошлом занятии, с ним пока почему-то туговато. Кто-нибудь из вас задавался вопросом, почему? Ну, это и ежику понятно. Чувство счастья, оно для каждого разное. Тревоги, страхи, сомнения, чувства универсальные. Угу. А любовь? Тоже у всех разная. Отличный вопрос. Ребята, давайте рискнем. И попробуем изобразить любовь. Люба, отменяй задание. Чему? Потому что наша скульптура любви вряд ли отличается от выражения тревоги. Понятно. Любовь.
Угу. Ну? Да вы не переживайте. Анализы хорошие. Послушайте, я прекрасно понимаю ваше желание увидеть свою супругу, но в отделение реанимации разрешается пускать лишь в самых крайних случаях. Моя жена в коме. Что может быть страшнее? Ваш пропуск. Ну хорошо, проходите. Я поговорю с заведующим. Может быть, он разрешит ненадолго войти. Но цветы в реанимацию проносить запрещено, к сожалению. Шеф, это я. Ни за что не догадаетесь, где я сейчас нахожусь. В больничке. Ревнивый муж отправил тебя в нокаут? Нет, до этого дела еще не дошло. А вот его жена умудрилась с курорта попасть прямиком в реанимацию. Возвращайся на базу и больше не свидетель. Слушаюсь. Альберт Георгиевич, добрый день. Не отвлекаю? Нужна ваша помощь. Да нет, нет, информационная. Могу я узнать анамнез пациентки, которая лечится в вашей клинике? Липкина Ирина Петровна. Занятия окончены. Всем большое спасибо. И не забудьте дома подготовить запрос. Какой запрос? О чем вы? Ты что, прослушал? Ну, например, тебя волнует покупка дачи. Или ты хочешь купить собаку. Может быть, ты любишь путешествовать. А, вспомнил. Спасибо. На здоровье. И не забудьте указать, что бы вы могли отдать взамен. А у меня уже готов запрос. Так. Главное, что мне нужно, помощь разумного человека. Твоя помощь, Люба. Хорошо, с удовольствием. Это так приятно, что кто-то просит у меня о помощи, а не я у кого-то прошу. Люба, а ты не могла бы принять меня индивидуально? Ну как, тебе не было скучно? Не жалеешь, что приехала? Скорее, непривычно. Все эти игры, упражнения, я как будто оказалась в театральном кружке. Но я все равно благодарна тебе за то, что ты вытащил меня, потому что сидеть дома одной не очень веселье. Кать, извини, я не смогу тебя сегодня подвезти. Можно Аленку забрать? Да, конечно, я понимаю. А можно я с тобой? Да. Только кулинар из меня не Катя, мы с Аленкой будем так рады. Давай так. Ты с ней живописью займешься, а я тебя готовить научу. По рукам? По рукам. Давай сумку. Есть. Я скоро буду. Может быть, купить что-нибудь? Ладно, хорошо. Целую тебя, солнышко. Так, следопыт, а ты разворачивайся, тоже выдвигаешься. Воу-воу, полегче, шеф. Я только приехал, целый день по городу мотался. Отлично. Сейчас нужно поехать в пансионат, где отдыхала Ирина Липкина. Ее там избили. Липкину избили? Михаил выпал из окна? Совпадение? Не думаю. Не нужно думать. Нужно ехать и на месте все выяснить. Так ночь же на дворе. Отлично. Трасса пустая. Быстро долетишь. Умеете уговаривать. Детка, ты... Да вот позвонил проститься. На опасное задание отправляют. Возможно, не вернусь. Давай, целую. Пока. Па-пам-парам-парам. Оп. Мяу. Ужин на плите еще не остыл. Как? Подожди, а ты? Извини, муж, но я уже перекусила. У меня очередной дедлайн. Ну как так? Подожди, я же спешил. Думал, мы поужинаем вместе. Я так летел, спешил, вот счастье такому близко. Пред кем я давеча так страстно, так низко было расточитель нежных слов. А вы, о боже мой, кого себе избрали, когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем мне надежды завлекли? Зачем мне сразу не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех? Леш, ну правда, мне надо дописать статью. Так, дорогая, если так будет дальше продолжаться, то в нашей семейной жизни может наступить дедлайн. Thank you.
Послушайте, я прекрасно понимаю ваше желание увидеть свою супругу. А потом сравним. Художник из меня не вышел, но фотографировать я люблю. Но фотографии тоже бывают художественные. Абсолютно с тобой согласен. Ну перестань! Почему? Потому что я стесняюсь. Но ты красивая. Роль модели для меня в новинку. Обычно я сама пишу портреты. Жаль. Жаль, что все так печально закончилось. Катя, если что-то заканчивается, то это заканчивается печально. Прости за эту тавтологию, иначе бы оно не заканчивалось. Все, что не делается, все... Ну, дальше ты знаешь. К лучшему. Кать, поверь моему опыту. Уже лет через 5 ты будешь вспоминать эти свои мысли. Папа, папа, смотри, что я нарисовала. И умиляться каким-то ребенком еще была. Ничего себе, так красиво. Ты умница. Спасибо. О, здорово, командировочный. Докладывай результаты. Представился детективом. Пообещал, что никакой утечки информации не будет. Но все равно все пришлось клещами вытягивать. В полиции или в пансионате? И там все говорят, как под копирку. Ночью в дом Клипкиной проникли неизвестные. Официальная версия – попытка изнасилования. Жертву избили и обокрали, украли ценные вещи. Подозреваемые есть? Да, местные гастарбайтеры. Конечно, дело пахнет висяком. Нету ни свидетелей, никаких улик. Если, конечно, что-то из драгоценностей не всплывет. Дорогой айфон, красивое ожерелье. И, кстати, кольцо обручальное не взяли. А вот это неувязочка получается. Нет, ну понятно, что ни в полиции, ни в пансионате не заинтересованы поднимать шум. А я вот нарыл другую информацию. Ни изнасилования, ни попытки на оное врачи не зафиксировали. Женщину ударили по голове тяжелым предметом. Ну, если хотели изнасиловать, изнасиловали бы. Вот гоблины. Похоже на месть, а не на ограбление. Я о том же. Ирина уехала сразу после встречи с Михаилом. И той же ночью в пансионате ее жестоко избили и полоснули ножом. И после этого убили Михаила. А драгоценности и телефон забрали просто так, чтобы запутать следствие. Похоже на то. Я проверял. Леонид Липкин не покидал города. Получается, действовал не он, так же, как и в случае с Михаилом. Ага. Осталось только выяснить, кто этот посредник. А кто это мог быть? Байкер или кто-то другой? Здорово. Ну что, мастера сыска, бездельничайте. А мастер электроники восстановил телефон Михаила. Есть кое-что интересное. Прямо примерный показ нам тут устраиваешь. Да, это кино вам точно понравится. Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что согласились встретиться и выслушать. Это касается самоубийств в концерне. Постойте. Вы же говорили, что это касается ваших сугубо личных проблем. В кабинете я соврала вам. Записи в концерне доступны и руководству, и... Я прошу вас, сделайте вид, что у нас любовное свидание. Ирина, вы... Что за шпионские страсти? Или вы разыгрываете меня? Вы... Нас выследили. Я должна уйти. Я вам позвоню. Мы должны договорить. Поверьте, это очень важно. Я, кстати, знаю этого гоблина. Видел вчера в больнице. Он, кстати, водитель и телохранитель Липкина. А, ну тогда все сходится. Муж ревновал Ирину и приставил к ней охранника, чтобы он следил за ней.
Только вот непонятно, зачем она попросила Михаила, чтобы он подыграл ей, будто у них свидание? И что она хотела рассказать ему о самоубийствах? А вам не кажется, что она просто экзальтированная особа? И не очень адекватная. Не торопись с выводами. Есть еще кое-что. Кто и зачем за вами следит? Руководство концерна. Вас наняли не для того, чтобы выявить потенциальных самоубийц, а только чтобы успокоить общественное мнение. Но и это ерунда. Главное, что самоубийство сотрудников на самом деле замаскированное убийство. Ирина, для таких утверждений требуются серьезные основания. Поверьте, основания есть. Для этого я и приехала. Опять меня выследили или выманивают. Я должна передать вам это улики, которые касаются убийства в концерне. В этом замешан мой муж. Но почему я? Почему вы не обратитесь в полицию? Концерна в полиции наверняка есть серьезные связи, а мне больше обратиться некому. Вот. Возьмите и спрячьте в надежное место. Если у меня найдут, мне не жить. Ирина! Ирина, это так странно, что похоже на... Ирина, послушай... Выходит, Люба сказала мне правду. Это тот самый день, когда она от ревности швырнула камнем в машину Ирины Липкиной. Вот именно это ее так напугало. И все казалось не тем, чем казалось Любе. Да. И получается, что здесь не простой адюльтер, а все гораздо серьезнее. Если это правда, то самоубийство в концерне на самом деле убийство. А значит, здесь задействованы могущественные силы. Ну, я рад, что вывел ваше посредственное расследование на новый уровень. Комиссар... Мигре. Спасибо, сын. Мисс Марпл. Телефончик оставляю. Развлекайтесь, господа. Здравствуйте. Я не ожидала, что вы приедете. Просто собралась на... На собеседование мне же теперь нужно найти новую бухгалтерскую подработку. Что вы хотели? Сменили имидж. Вам очень идет. Так это ваш сын. На самом деле, это внешнее изменение, оно как-то мне помогло и сделало меня более уверенной. Я не займу у вас много времени. Рома отремонтировал телефон Козырева. И здесь есть неопровержимые доказательства того, что у Михаила Дмитриевича и Ирины не было никакой интрижки. И какое доказательство? Записи их встреч, а не то, что вы там себе нафантазировали. Я прошу вас, сделайте, что вы свободны сюда. Ирина, вы снова меня удивляете. Что за шпионские страсти? Или вы разыгрываете меня? Нас выследили. Я должна быть, я вам позвоню. Мы должны поговорить, поверьте, это очень важно. У меня к вам вопрос. Михаил не говорил о неких уликах, которые ему, возможно, должна была передать Ирина. Каких уликах? Вот эти вещи не видели у него? Нет, не видела. Я уже пойду. До свидания. Слушайте, может, Миша хотел это кому-то подарить? Ну, если не Ирине, может быть, Кате? Может быть. Ну что, нашел что-нибудь? Я имею в виду не на сайте знакомства, а по нашему делу. Ну, очень смешно, шеф. Знаете, кто был первый самоубийца? Финансовый директор концерна. Мог что-то не поделить с генеральным или с учредителями. Вторая самоубийца была главный бухгалтер фирмы. Ну, это по умолчанию расстрельная должность. Главбух, как правило, в курсе всех черных схем. И последний самоубийца – это некий Юрий Гладышев, айтишник из технической поддержки. Ну, мало ли, в какие секретные файлы он мог проникнуть и перейти тем самым дорогу руководства. И на десерт. Расследование всех самоубийств ведет тот самый следственный отдел, что и убийство Михаила Козырева.
А? Аутсидила. Слушай, хотел бы уже повзрослеешь, отрицательник скоро. Катюш, я открою. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что отвлекаю. У меня есть несколько вопросов, Катя. Конечно, проходите. Здравствуйте. Вам, может, знакома вот эта вот вещь Михаила? Нет. А может быть, он что-то подобное вам дарил? Миша не знал, что я вернусь из Парижа. Если он это собирался кому-то подарить, то точно не мне. Здорово. Вот же ты настырный. Его гонишь дверь, он в окно. Кисанов, ты знаешь, ты как в том анекдоте. Тебе легче дать, чем объяснить, почему этого делать не хочется. Дай. И чтобы не тянуть кота за все места, я поясню, что я знаю, что Михаил Козырев был приглашен в концерн «Омега», где произошла серия самоубийств. Дай мне ознакомиться с делами. А что тебе еще дать? Вот что ты надоел. Короче, два дела уже сданы в архив. Следак, который их вел, ушел на пенсию. Сам ушел или его ушли? Ты на что-то намекаешь? Есть желание, пиши запрос. Но козе понятно, что никаких оснований у тебя нет. Хорошо, не дай мне самоубийство айтишника из техслужбы. Тоже сдашь его в архив. А это тебя не касается. И у меня нет никакого желания посвящать тебя в дело. Веришь, нет? Кто бы сомневался. А может быть, все еще проще. В отделе просто решили договориться с концерном. Ну и вообще слить это дело. Потише, Рой. Ты же сам свалил из органов на вольные хлеба. Что, клиентура поинтересней? Ба! Кисанов! У меня к твоим подопечным уже претензий нет. А что ты сюда повадился? Появились новые обстоятельства в деле о гибели Михаила Козырева, товарищ полковник. Так, может, поделишься? Да я бы с удовольствием. Но вот майор Прохоров только не изъявляет желания. Это что еще за новости? Выйдем на пару слов. Майор, ты зачем его к себе в кабинет вызвал, да еще перепалку устроил? Любая утечка информации нам боком вылезет. Подозреваемых нет. Дело Козырева зависло. Так я и отказался делиться с ним любой информацией. Нет, не-не-не. Вот этого под контролем держать надо. Знаешь что, давай так. Находи с ним общий язык и сотрудничай. Я его помню. Толковый был опер. А что, чем черт не шутит? Вдруг от него какая-то и польза нарисуется. Изучай, Кисанов. Только давай договоримся так. Наруешь любую информацию, сразу делись и накладывай. Обязательно. Главное в этом упражнении – научиться чувствовать партнера. Посмотрите, кажется, эта пара нашла взаимопонимание. Ты меня, что ли, ждешь? Да кого мне еще ждать? Люба, дело очень серьезное.
Если ты мне не поможешь, то я так и останусь в отстающих. А если проведешь со мной хотя бы пару занятий, то я сразу вырвусь в передовики. Андрей, а ты все шутки шутишь? Какие шутки? Садись. Ты что, не видишь, как я на тебя смотрю? Чувства к своему наставнику обманчивы. Так Михаил Дмитриевич говорил. Ну, может, можно хотя бы проводить своего любимого наставника? Из уважения. Может, не надо? А может, в щечку? Молодость и драйв побеждает, топает! Не обольщайся, сынок, я просто дал тебе фору. Окей. Привет, мальчики. Привет. Может, позволите даме? Мне очереди. Да. Оп! Муж научил. Это я его научила. В моей работе пригождаются разные навыки. Вот он мой драйв. Вот она моя победа. А я смотрю, ты не зря съездила в концерн. Скажите, Жанна. Удалось разговорить подруг Липкиной? Удалось. Но не сразу. Что вы знаете об отношениях Ирины и Леонида Липкиных? Мы давно уже дружим с Иришей. И, честно говоря, я просто в шоке от того, что с ней случилось. А что касается ее отношений с мужем, то... Да, мягко говоря, они были не безоблачные. А в чем причина? Кончилась любовь? Ну, я не уверена, что она у них вообще начиналась. Да еще и детей не было. Но Ирина мне как-то призналась, Леонид в принципе не мог иметь детей. Ну, зато ходок еще тот. Даже не особо скрывал свои связи. А вот Ирину держал в ежовых рукавицах. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Так почему она просто не развелась? Да он развод не давал. Грозил, что оставит ее ни с чем. И вообще, вы понимаете, какие он имеет возможности? Так может жизнь испоганить, мало не покажется. Простите, Жанна, но вы сами-то верите в то, что на Ирину напали какие-то мифические бандиты? И что это нападение никак не связано с ее намерением развестись с мужем? Я не понимаю ваших намеков. Хорошо, я скажу прямо. Мой муж детектив, у него хорошие связи. Жанна, если вам что-то известно, скажите. Я обещаю, мы накажем тех, кто так жестоко поступил с вашей подругой. Простите, но мне пора на рабочее место. Версия Адюльтера устарела. Погоди, Игорек. Еще не вечер. Я очень рискую, но ради подруги я должна вам кое-что рассказать. С месяц назад Ирина мне призналась, что больше не может терпеть. Она решила собрать доказательства измен Леонида и подать на развод. Чтобы он не смог оставить ее без денег? Да, согласно брачному договору. Ирина захаживала в кабинет к Леониду и забывала там свой мобильный. Оставляла на записи в незаметном месте. Она рассчитывала, что Леонид назначит любовнице свидание, и она накроет его с поличным. Но записался разговор, которого она не ожидала. Что за разговор? И с кем? Леонид говорил с нашим общим боссом, замом генерального, Борисом Бурцевым. И, по словам Ирины, речь шла о преступлениях, об убийствах. Об убийствах? Да. Ирина жутко струхнула, но это был шанс окончательно вывести мужа-негодяя на чистую воду. Она рискнула пойти дальше. Вот и поплатилась. А почему Ирина сразу не пошла в полицию с этой записью? Она посоветовалась с умным и надежным человеком, и тот пояснил, что на записи разговор иносказательный, без имен и фамилий погибших. И этого недостаточно для обвинений. Простите, Жанна. В тот день, когда Ирина уехала в пансионат, погиб ваш сотрудник, Юрий Гладышев. Он ведь айтишник. Они были с Ириной знакомы? Уж не он ли тот умный и надежный человек, которому она доверилась? Ирина дружила с Юрой еще с универа. У них там был короткий, но бурный роман.
Юра пытался нарыть более серьезные доказательства преступлений в концерне для Ирины. И тоже погиб. Я теперь сама живу в страхе, засыпаю со снотворным. Александра, но запомните, я никому больше не повторю сказанного, ничего не видела и не слышала. Конечно. Знают. А депрессивные люди часто кончают жизнь самоубийством. Больше 2 недель не протянет, Горемыка. Сашка, ты гений. Не буду спорить. Ну, как говорится, чем смогла, тем помогла. Теперь ваша очередь, мальчики, забивать гол. Повезло с женой. А в тебе отлично получается роль психотерапевта, Леня. Простите, Борис Павлович. Быстро помогаешь людям выйти из депрессии. Убийство в концерне следует за записями этих аудиофайлов. Финансовый директор покончил с собой через 12 дней. Женщина, бухгалтер вообще через 3 дня. Последний – тайтишник. Прямо в день отъезда Ирины. Шеф, вот дата с концерном – это смерти подобно. Может, пора обратиться к своей? Mm-hmm. И что им предъявлю? Вот эти вот записи на изоповом языке? Без имен, без фамилий. Меня насмех поднимут. Тем более 2 дела о самоубийцах уже закрыты, а 3-е с предсмертной запиской. Там все шито-крыто. Не подкопаешься. Тогда остается одно. Искать компромат, который Липкина передала Михаилу. Ну да, или ждать, пока Ирина придет в себя. Она у нас единственный и неповторимый свидетель. Кстати, Альберт Георгиевич, а не хотите ли фаршированной рыбы? Так, а ну-ка давайте поаккуратнее, гонщики. Ты, главное, не пересуши. Стараюсь. Слушай, Леш, давно не виделись. Как твоя почка? Не беспокоит? Ну, слава богу, вашими молитвами и вашим скальпелем, Альберт Георгиевич. Носите на здоровье. Скажите мне, а какие шансы у Ирины Липкиной выйти из комы? Леш, ну ты же знаешь, что шансы есть всегда. Вопрос только, когда и осуществляться ли. Но то, что касается Липкиной, то весьма и весьма, да. Серьезно? Более чем. У нас на днях был консилиум. Фатальных травм мозга у Липкиной нет. Сделали ей пункции для отсасывания свернувшейся крови. Ну, после этого рассасывания гематом пошло значительно веселее. Ну, организм молодой, здоровый. Ее лечащий уверен, что она выкарабкается. А когда? Ну, только Господь Бог знает. У меня к вам будет просьба. Вы, пожалуйста, проследите за ее состоянием. Если вдруг она начнет приходить в себя, сообщите мне сразу. Да, Леш, вообще без проблем, конечно. А, Игорюш, принеси из холодильника овощей. Я способен на большее. Большего не надо. Делай, что говорят, и будешь в почете. Слушаюсь. С овощами рыбка будет очень вкусная. Ну что, господа, все готово. Прошу к нашему шалашу. Только что из ручья. Ой, Сашенька, ну вы кудесница. Я же вот только ради этой вашей чудесной рыбки-то и приезжаю к вам. Ой, а больше-то ничего мне в этой жизни не нужно. За хозяйку дома! За хозяйку! Ну что, подруга, как будем договариваться? По-хорошему или по-плохому? Где оно? Куда ты его спрятала? Все, пойду! Вообще. Ну,
Ах ты коварный. Меня упрекал, а сам чатишься с красотками? Ой, не верю. Роль Отелло придется включить. Ух ты, а что это за украшение? Признавайся, изменщик. Кому решил подарить свое сердечко? Это улика. Да, слушаю. Что? Да, я сейчас выезжаю. На Любу напали. Все, все, успокойся. Ты в безопасности. Кто на тебя напал? Тот, кто возил Липкину из кафе. А второй был на мотоцикле. Байкер. Это тот, который напал на Олега и Катю. Да. А что они от тебя хотели? Сердце. А у тебя? Где он? В машине сиди. Тебя еще никуда не уволокли. Почему ты соврала? Потому что это единственное, что мне осталось от Миши. Я думала, это для меня. Так, все, хватит сырость разводить. Поехали. Это от тебя. Располагайся. Спасибо. Вы простите, мне так неловко. Явилась к вам посреди ночи. Успокойся. Все уже позади. А теперь давай теплая ванная и в постель. Спасибо. Александра, спасибо вам. Ну что, как она? Ничего. Выспится и успокоится. Хотя, конечно, стресс пережила дикий. Ну, а ты? 2 часа назад ты смотрел на фото и гадал. Теперь оно у тебя в руках. Что-нибудь стал понять? Да нет, все так запутано. Ситуация из серии. Что бы это значило? Вот откуда? Откуда эта цацка у Михаила? Для кого? Для чего? Ну, может, это некий ключ? Ключ. Ключи в яйце, яйцо в ларце, ларец. Михаил унес ту тайну с собой, Ирина в коме. Ой, ладно. Давай-ка почивайте, мой суженый ряженый. Утро вечером мудренее. Ты моя лягушонка в коробчонке. Ах так? Не Василиса премудрая, а лягушонка? Премудрая, премудрая. Просто у тебя лапки все время холодные. Просыпайся, ленивец! Знаешь, который час? Сашка, ну дай полчасика поваляться в каком-то веке, а. До обеда собрался валяться? Поднимайся, нас ждут великие дела. Давай. Сашка, тебе полков команда, честное слово. Ой. Так, не тише дай. Что? Смертельный номер. Внимательно следите за руками. Mm.
Саша, ты реально премудрая. Так. Похоже на какие-то бухгалтерские выкладки. Да, и без специалиста не обойтись. Может, это теневая бухгалтерия? Если это действительно так, то у нас в руках то, из-за чего погиб Козырев и другие самоубийцы. Игорёша, руки в ноги, иду и ко мне. Теневая бухгалтерия, говоришь? Значит, бандиты не смогли найти это сердце в квартире Михаила. И подумали, что он передал его Любе. Ну да, похоже, действовали на обум. Она так испугалась, что они могли ей поверить и отпустить. А что, если нет? Шеф, они же могли видеть, когда Люба садилась в вашу машину. Я тебя сюда зачем позвал? Пока я делами занимаюсь, ты за семьей присмотри. Головой отвечаешь. Слушай, шеф. Дядя Игорь пришел.